Мы продолжаем с вами открывать дальше интересные разные посылки из китайских интернет-магазинов. Сегодня на обзоре у нас вот такой небольшой пакетик с весьма интересным товарчиком, который может стать незаменимым помощником в вашем автомобиле, да и в повседневной жизни. Смотрим, разбираемся, погнали! Канал ТОЕ Китай – это как минимум 3-4 интересных и полезных видео в неделю. Здесь можно увидеть распаковку и обзоры товаров из Китая, жизнь нашего водного мира, ремонты телефонов, планшетов и другой техники, а также новый проект «Сделай сам», посвященный конструкторам и различным подделкам. И еще много всего интересного. Подписывайтесь, будет весело. Посылочку я получил, друзья, за 13 дней. Очень круто. Товарчик мне достался за $3. Купил я его со скидкой. Актуальная цена будет под этим видео в описании. Посмотрите, и также я оставлю видео, как можно купить этот товар дешевле. Давайте открывать. Ну и все, в пакете у нас больше ничего нет. Убираем в сторонку, фирменный блокнотик из магазина и вот такая вот коробочка. Плотная, совсем не повредилась, с фирменным названием Ganza. Мультитул у нас 10 в одном, компактный форм-фактор, довольно-таки интересный. И давайте смотреть, что у нас здесь внутри. Сейчас сразу немножко будет удивление, потому что за эту цену в комплекте даже идет вот такой вот крутой чехол с названием, также с логотипчиком. Есть возможность носить этот мультитул на ремне. Достаточно плотная застежечка здесь. Вот так вот открывается, смотрите, в принципе, очень все неплохо. Внутри у нас сам мультитул вот такого вот форм-фактора. Кстати, очень компактный. Здесь есть вот такая вот пленочка, потому что я читал отзывы, что вот он смазан. И да, действительно, на нем есть небольшая смазка. По первому взгляду все очень неплохо. Смотрите, сверху у нас здесь покрытие полностью металлическое. Оно сделано с таким вот небольшим рисунком для того, чтобы предотвращать скольжение при использовании. И также вот в разложенном состоянии, давайте сразу смотреть, очень плотно открывается, так достаточно очень комфортно. Здесь вот есть пластиковые вставки, они ребристые. Это сделано для того, чтобы также руки не скользили и было удобно обращаться с этим устройством. Плоскогубцы очень хорошие, смотрите, прикус достаточно такой, ну, не очень идеальный, но для этой ценовой категории, я бы сказал, даже отличный. Давайте покажу вам размеры сразу, чтобы вы понимали, что это такое. Ну вот, в разложенном состоянии плоскогубцами, в принципе, 10 сантиметров. В сложенном состоянии мультитул у нас всего лишь около 7 сантиметров. Я считаю, это очень круто. Если хотите брать с собой его в автомобиль, либо куда-то для кемпинга, то очень все неплохо. Вес, по-моему, вот до 80 грамм. Так что сильно вас это не отяготит. И давайте посмотрим, что у нас здесь по инструментам. 1, 2, 3. Есть у нас вот здесь серрейтор такого вот форм-фактора. Также есть небольшой ножичек. Есть отверточка, открывашка с этой стороны. И давайте наш ежик разбирать дальше. Смотрим, что у нас еще здесь есть. Открывается все достаточно хорошо, меня это радует, не болтается, ничего не люфтит. У меня были еще с Советского Союза такие мультитулы, вот там, конечно, они свое отслужили, но там был люфт сумасшедший. Здесь сборка просто меня действительно радует. Все достаточно хорошо сделано. Это не реклама, друзья. Кто хочет купить его дешевле, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Перейдете, посмотрите. И сейчас, по-моему, цена его в районе 6, я купил его за 3. Давайте посмотрим на заточку ножа, что он будет у нас резать или не будет. Возьмем, давайте, пакет. Попробуем что-то прорезать им. Ну, нормально. Смотрите, пакет разрезает вообще на 1, 2, 3. Это реально удивляет, потому что большинство мультитулов приходят просто с ужасной заточкой, а здесь, как вы видите, уже можно брать и пользоваться. Ну, могу просто коротко сказать, фирма Ganza выпускает достаточно хорошие мультитулы, у них широкая линейка своей продукции, и это самый недорогой вариант из их серии, но они держат свою марку, и тем не менее, в принципе, все очень круто. Этот товар попадет ко мне в бардачок автомобиля однозначно, также можно его использовать и в домашних условиях, либо где-то выручит он вас на природе,
или в каком-то вашем походе. С вами был Игорь, канал «Просто посылка из Китая». Классная штука, однозначно могу рекомендовать вам его к покупкам. Ссылка будет в описании. Будем с вами дальше открывать классные, интересные товары. Смотрите мой плейлист, где я открываю по 5 посылок тематических. Подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Ставьте большие пальцы вверх. С вами был Игорь. Всем удачи, классного настроения. Пока.